каждую осень куча листьев, которые надо убирать. Знакомо? Тогда вам стоит познакомиться с возможностями аккумуляторной воздуходувки Deo. Легко сдувает опавшие листья с дорожек или площадок, где им не место. Скорость выдувания от 44 до 55 метров в секунду, то есть она регулируется. Вот так воздуходувка работает в стандартном режиме, а вот так, если включить режим турбо. Кнопка турбо-режима находится сверху на рукояти и легко включается одним пальцем. Производительность выдувания 650 кубических метров в час. Электродвигатель вращает крыльчатку вентилятора со скоростью от 13 до 16 тысяч оборотов в минуту. Он экологичен, а также обеспечивает низкий уровень шума и вибрации. Эта воздуходувка поставляется уже в комплекте с аккумулятором и зарядным устройством. Аккумулятор здесь литий-ионный, 21 вольт, 2,5 ампер часа. И он универсальный, подходит для широкой линейки аккумуляторного инструмента Deo напряжением 21 вольт. Может показаться, что воздуходувка может использоваться только осенью для сдувания листьев, но это не так. Можно снять трубу и использовать воздуходувку без нее для сгона воды с машины после мойки, например. Она хорошо выгоняет воду из щелей и зеркал, что позволяет тратить меньше времени на протирку. А зимой можно сдувать свежий рассыпчатый снег, пока он не подтаял и не смерзся. Отличный девайс, тем более, что на него действует целых 3 года гарантии Deo.